Несмотря на санкционное давление, уральская экономика достойно ответила на внешние вызовы. Итоги прошлого года полномочный представитель президента России Владимир Якушев подвел на встрече с сенаторами и депутатами Государственной Думы от субъектов Уральского федерального округа. Участники встречи обозначили приоритеты совместной работы и на текущий год. Если мы говорим об индексе промышленного производства, то мы констатируем, что он практически 100%. То есть вот наша экономика, она не провалилась и никуда не упала. У нас заработная плата выросла даже выше, чем в целом по Российской Федерации, поэтому тоже, опять же, можно говорить о том, что наши работодатели за этим показателем очень серьезно следят. Наша задача сегодня, я имею в виду перед региональными властями, которые стоят, перед депутатами разных уровней, это, естественно, выполнение всех социальных обязательств. Вот здесь ни в коем случае наше население не должно пострадать. И, конечно же, делать все для того, чтобы бизнес развивался. Также Владимир Якушев подчеркнул, особое внимание уделяют реализации национальных проектов.